суббота в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем 23-25, тепла, ночью плюс 9, плюс 11, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 25, в темное время суток плюс 11, юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, в дневное время плюс 24, ночью 12 с плюсом, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 24, ночью плюс 11, юго-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 31%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.